Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Привет, очень привет. Короче, теперь можно поговорить о гомункулах. Ничего нет. Сейчас я напишу телек. Поговорим о гомункулах. Ребзя, мне видно? Нормально. О, привет. Не знаю, напиши, чтобы он ко мне зашел. Бля, вы что, не видели? Тонь, ты не видела видео про гомункулов? Нет, почему я сейчас серьезно тебе говорю? Ты это видео не видела? Тонь, ты упускаешь целую эру мимозов. Короче, мужик взял яйцо. Простите. Фу, Тёма, пожалуйста, надавай мне по лицу. Короче, мужик взял яйцо, взял сперму в шприце, сделал дырочку. О, Олеся, привет! Сделал дырочку в яйце, потом ввёл туда... Калиф, привет! Боже, какие люди у меня тут сидят на трансляции. Боже, привет! И как дела? Ты мне не пишешь? Привет, скинь. Да боже, просто вбейте в гугле, как вырастить гомункула. Я вот сейчас буду рассказывать про эти два видео. Первое видео. Мужик 10 дней... короче, ну, он ввёл сперму в яйцо. Так, с самого начала. Как сделать гомункул? Берешь яйцо. На карте. Боже, что, да я на тебя подпишусь. Подожди, все, я подписалась. Короче, куриное яйцо. Куриное яйцо. Он взял куриное яйцо. Взял сперму в шприце. Потом какую-то тряпку, короче, какую-то... Ну, он взял шапку, в общем, да, потом яйцо запихнул. Да, домашняя, то есть, привет, то есть не которая, это, не прошла термообработку, то есть, чтобы, ну, не было, считайте, мёртвая. Серьезно? А, ну, конечно, ты ж пацан, ты ж можешь, а где мне достать самый ненужный ингредиент, скажи, пожалуйста, мне, где мне его достать? Короче... типа он ввел сперму. Нет, спасибо, не надо. Ты можешь просто. Я гомункул. Боже, вы не видели это видео, эти два видео. Я рассказываю еще раз с самого начала. Так. Давай так, ты просто в него вырастешь и подаришь, хорошо? Yes, of course, I can speak English. Спасибо. О, Коваленко, я же тебя в честь кину, если будешь что-то мне писать неприятное. Значит, так. Мужик, все первое видео, где он вырастил какую-то белую хрень. Я не знаю, как это объяснить. Что-то вроде большого паука, но больше схоже на какую-то амебу. Короче, привет. В общем, мужик взял яйцо куриное, сделал в нем дырочку, туда ввел пока. Коллега, кажется, реально сблочил. Ввел шприцом сперму. Хорошо, иди кину. И... Ну, закрыл пластырем. Положил... Да, положил в контейнер. Закрыл плотно. Потом он положил все это в шапочку. Потом положил в кладовку. Где тепло и темно, где нет света. На 10 дней. Значит, так, он достает. Какое-то было существо. Ну, бесхребет, то есть какое-то маленькое, беленькое. Ну, в общем, я потом, кому интересно, могу покидать это видео. В общем, второй раз он сделал то же самое, только он 40 дней его держал, короче. Он достает, берет пинцетом. Второй раз было живое, да, пинцетом как маленькое, ну, похож на головастика чем-то, серьезно, то есть маленькое такое зеленое чмо,
Оно начало шевелиться. Она в него чем-то плюнула. Он охуел, кинул его и убил русско-китайским словарем. Он просто берет, знаете, такой орёт, блядь, сука, короче. Вот именно так орнул. А потом его, ну, уронил на стол, взял русско-китайский словарь и прибил. Боже, я так угорала с этого, серьезно. Это больше... Я цитирую, это цитаты, ребят, цитаты. Хорошо, сейчас я вам скину. Все, люблю, целую всех. Сейчас скину Саше и Олесе. Все, сейчас скину вам. Люблю вас. Все, что вы там пишете? Сейчас скину.